добрый вечер. Итак, мы продолжаем свой рассказ о поэтах, писателях с фамилией на букву «Д», которые проявили себя самым различным образом уже в веке 20-м. Как вы прекрасно помните, русское писательское сообщество после событий двух революций разделилось на два, пожалуй, самых крупных лагеря. Тех, кто остался в России, и тех, кто эмигрировал. В большинстве случаев те, кто остался в России, имели двойную судьбу. Часть из них, а это было более старшее поколение, очень быстро сошло на нет. По разным причинам. Причем трагизм ситуации заключался, конечно, и в том, что те, кто остался в России, не принял революцию. В некоторых случаях закончили свою жизнь и трагически. Некоторые просто перестали публиковаться и остались без средств к существованию, что тоже повлияло в голодные 20-е годы, да и в 30-е годы, на их здоровье и в конечном итоге на финал их жизни. Более молодое поколение и некоторые представители старого поколения, которые и в царской России представляли собой сообщество революционеров, которые не мирились с действительностью конца 19 века, начала 20 века, влились в новую литературу, в том числе и поэтическую литературу, революционную литературу, трансформирующуюся, играющую в совершенно новые игры. И там была и поэзия. И это явление получило в конечном итоге название советской литературы, литературы социалистического реализма. Хотя, конечно, до создания такого фундаментального явления, как социалистический реализм, конечно, был период, когда господствовали и различные еще символические, футуристические и прочие направления нового модернизма. И, наконец, третья часть, или вторая часть сообщества, если хотите, литераторов, о которых я уже говорил, это эмигранты, которые в основном поселились в Париже и Берлине, и которые создавали зарубежную русскую литературу, очень своеобразную, очень разную. И в том числе там были и знаменитейшие писатели, некоторые из которых вернулись на родину, некоторые из которых умерли в эмиграции. И мы у них о многих уже говорили и будем еще говорить. Это и, конечно, и Бунин, и Куприн, и Толстой, и многие-многие другие. А вот если говорить о поэтическом направлении, и мы тоже говорили уже о поэтах-эмигрантах, о многих, в том числе поэтах Серебряного века. Так вот, если говорить о них, то среди них особым, достаточно интересным и нестандартным, далеко нестандартным явлением был Дон Аминадо. Таков псевдоним этого поэта, которого
часто очень позиционирует как поэта-сатирика, как прозаика-сатирика в отдельных случаях, но который вместе с тем всегда был и оставался глубоко лирическим поэтом, даже в своих лучших сатирических проявлениях. Ну, что, собственно, было свойственно и многим нашим советским поэтам, в том числе тому же Маяковскому. Да. Так кто такой Дона Минада? В 1888 году на Херсонщине в еврейской семье Шполянских родился Аминадав Пейсахович Шполянский. Именно он спустя много лет станет тем самым Дон Аминадо, одним из новых лидеров русской, а затем и русской эмигрантской сатиры. Еще молодой Бабель, прочитав ряд произведений Дона Аминадо, воскликнул: «Такого Дона Аминадо в России нет». И это при том, что уже были и Ильф, и Петров, и, конечно, Зощенко, и, конечно, еще помнился всем Аверченко, и, конечно, многие другие из тех, про кого мы уже говорили, про кого будем говорить, кто довольно неплохо представлял в 20-30-х годах русскую и даже советскую уже сатирическую школу. Да, со временем она сошла с пьедестала сатиры, в большей степени она тяготела к юмору. Да это и понятно, шутить было довольно опасно. А вот Дон Аминадо этого не боялся. Он шутил, шутил над всеми. Шутил зло над советской реальностью, шутил очень зло над эмигрантской реальностью, над эмигрантским бытом, над эмигрантскими разборками. Ирония его была не ограничена практически ничем. Но при этом его любили и уважали и в эмигрантских кругах, и очень многие представители поэтической школы уже советской России. Ну, достаточно сказать, что в восторге совершеннейшем от некоторых стихов Дона Аминадо была и Марина Цветаева, являющаяся его весьма известным почитателем. Сохранились и письма, адресованные Цветаевой Шполянскому. Откуда же он взялся в эмиграции, тот самый Дон Аминадо? Ну, получив образование в основном на Украине, в Одессе, затем в Киеве, юридическое образование, Шполянский перебрался, как это очень часто бывало в то время, в Центральную Россию, в Москву. В Москве некоторое время работал в должности присяжного поверенного. Ну, а затем, как это тоже очень часто бывает, его потянуло в литературную деятельность. И не просто в какую-то литературную деятельность, а именно в сатиру. И не просто в сатиру, а в самый известный с 1908 по 1914 год журнала «Сатирикон», где, безусловно, уже в ту пору расцветали лучшие будущие таланты русской сатиры, которые частью уехали в эмиграцию, как та же Тэфи, а частью остались в России.
и писали уже в советский период свои сатирические произведения. Это была школа, сатирическая школа начала века 20-го, которая тоже тяготела к нетрадиционным литературным формам, к нетрадиционному достаточно языку. Где-то тяготела, как и впоследствии будут говорить о Доне Аминадо, к импрессионизму. Вместе с тем, это была новая, абсолютно новая для России сатира. Ну, а уже военные события, которые связали судьбу Шполянского уже с военными моментами в его жизни, а затем и революция, которую февральскую он приветствовал, а вот октябрьскую не принял и очень быстро эмигрировал через такой известный, так скажем, эмигрантский шлюз, которым являлась в ту пору Украина, Крым. Ну, если говорить о этом периоде, то о нем остались очень интересные, не менее интересные, чем бабелевские, не менее интересные, чем алешевские хроники, записанные Доном Аминадо вот об этом периоде, о многострадальной Украине в период различных государственных переворотов, преобразований, вольницы, захватов ее различными военными и политическими силами того времени. Ну, наверное, в самых ярких красках об этом все-таки написал Булгаков в своем незабываемом беге и, конечно, в своей Белой гвардии. Ну и те хроники, которые оставил Дон Аминадо, они дают очень яркие дополнительные краски к тем событиям, которые происходили на юге России в тот несчастный для нее исторический период. И потом эмиграция. Эмиграция сначала Париж, затем на короткий период Берлин. Это где-то 23-й год. В 24-м году попытка съездить в Америку. Практически даже года не прошло, как Шполянский возвращается опять в Париж, где и остается до конца своей жизни, то есть до 1957 года. А вот такая почти в 70 лет биография, географическая, если хотите, такая, перемещений. И очень большой и плодотворный период писательской, поэтической, сатирической и мемуарной деятельности, которую Дон Аминадо представил почти в десятке изданных им сборников, часть из которых была написана в том числе и на французском языке, которые находили благодарного читателя как в зарубежье, так и в советской России. Что касается творческих связей, то они грандиозны на самом деле. Ну, во-первых, понятно, что вся творческая эмиграция, она варилась в одном и том же пространстве творческом. Взаимодействие было, конечно, очень и очень значимым. Очень многие представители, крупные представители эмигрантской литературы, такие как Бунин, Адамович,
Тефи, Гиппиус, Мережковский и многие другие, не говоря уже об Алексее Толстом, с которым Дон Минада совместно начинал издавать детский журнал в Париже. Все они крайне лестно, крайне комплиментарно отзывались о творчестве, поэтическом, прежде всего, творчестве Аминадава Шполянского. И было за что на самом деле. И, впрочем, чтобы судить об этом, достаточно обратиться непосредственно к его стихам, к его произведению. Для этого мы обратимся вот этой книге, которая называется «Антология сатиры и юмора России 20 века. Дон Аминада». 33-й том этой антологии, изданной издательством «Эксмо. Москва. 2004 год», в которой содержатся основные произведения, хотя далеко не полностью, далеко не все, которые были написаны и изданы за рубежом, в основном, как я уже говорил, в Париже, этим самым удивительным поэтом-сатириком. И я обращу ваше внимание на одно стихотворение, так сказать, которое очень хорошо выражает, на мой взгляд, не только очень тонкую лирическую, ностальгическую ноту, которая присутствует во многих поэтических произведениях Шполянского, но и выражает, возможно, суть эмигрантских настроений, по крайней мере, в культурной части эмигрантского сообщества, которые были так и свойственны в конце 20-х, начале 30-х годов. Итак, города и годы. Старый Лондон пахнет ромом, жестью, дымом и туманом, но и этот запах может стать единственно желанным. Ослепительный Неаполь, весь пронизанный закатом, пахнет мулями и слизью, тухлой рыбой и канатом. Город Гамбург пахнет снедью, лесом, бочками и жиром, и гнетущим, вездесущим, знаменитым, добрым сыром. А Севилья пахнет кожей, кипарисом и вербеной, и прекрасной чайной розой, несравнимой, несравненной. Вечных запахов Парижа только два. Они все те же. Запах жареных каштанов и фиалок, запах свежий. Есть чем вспомнить в поздний вечер, когда мало жить осталось, то, чем в жизни этой бренной сердце жадно надышалось. Но один есть в мире запах, и одна есть в мире нега. Это русский зимний полдень, это русский запах снега. Лишь его не может вспомнить сердце, помнящее много, и уже толпятся тени у последнего порога. Вот такое очень лиричное, очень поэтическое стихотворение, чем-то по содержанию напоминающее нам известное с детства стихотворение уже итальянского писателя, поэта Джанни Родари «Чем пахнут ремесла». Да, помните такое? Так вот, это удивительное сочетание лирики и сатиры, очень точно выхватывающие контурные совершенно запахи и на самом деле показательные качества тех или иных европейских городов, европейских столиц в том числе, и совершенно непередаваемая чувственная сторона, выражающаяся в отношении эмиграции к оставленному им символу России, русскому зимнему запаху снега. Ну, вот
такие стихи, собственно. Ну и, конечно, много и много мы можем говорить о творчестве Дона Аминада, если будем обращаться к такому его направлению, как афоризм. Шполянский был очень глубоким мастером афористического письма, не менее, так сказать, выразить и значимым, чем Ежелец и многие другие писатели, которые оставили нам именно сатирические афоризмы, в том числе и современные, да, наши соотечественники многие. Но в этом смысле Дон Аминада прославился именно тем, что его самоирония, направленная на все-таки, несмотря ни на что, его русскую идентичность по происхождению, по языку, направленная на самоиронию внутреннюю, на эмиграционные настроения, связанные все-таки с отторжением русской культуры на Западе от своих национальных корней, от своей родины. И вот эта самоирония, она очень тактична, но тем не менее она очень выразительна в этих самых афоризмах. Ну и, конечно, очень много вечных истин, над которыми стоит и стоит посмеяться. Почему же все-таки Дон Аминада? Ну, наверное, где-то был и Дон Кихот. Вот сохранился фотопортрет, в частности, этого писателя, в котором он, по-видимому, одет именно как этот свой самый выразительный символ, который заложен в его вымышленном имени. Вот этот самый символ, возможно, Дон Кихота. Хотя можно интерпретировать это и иначе. Многие критики, многие литературоведы на самом деле так никогда и не поняли того, что было заложено, какой смысл был заложен в этом, так сказать, в этой писательской причуде. Многие считали это не самым удачным псевдонимом и говорили об этом в том числе и Дону Аминада непосредственно, поэтому, может быть, впоследствии уже после Отечественной войны, я имею в виду после, конечно, Второй мировой войны, в основном Шполянский публиковался как Д. Аминада, то есть Д. Аминада. И в этом смысле Аминада передавала его, так скажем, не литературное уже, а распространенное в эмигрантских кругах имя и отчество, которым он пользовался, Аминад Петрович. Вот такова жизнь, творческая судьба этого удивительного человека. Он был женат, у него была дочь, он очень зло и непримиримо в очень ярких антифашистских стихах сражался, насколько это было возможно в его положении, с его национальным происхождением, проживая во Франции, с фашизмом. И это заставляет нас еще раз обратиться очень уважительно к этой интереснейшей литературной и исторической персоне. И все-таки закончить я хочу еще одним стихотворением, которое, может быть, еще лучше передает нам дух времени и дух эмигрантской литературы. Татьянин день.
Ты помнишь снег, и запах снежный, и блеск, и отблеск снеговой, и стон, и крик, и скок мятежный над безмятежной Москвой, и небо синие шинели, и звезды пуговиц на них, и как пленительно звенели разливы песен молодых. И ночью тихой, ночью сонной, то смех, то шепот заглушенный, о снег, на Малой Бронной, на перекрестке двух козих, в кругу содвинутых бутылок, наш глупый спор, российский спор, его поток и милый взор, фуражки сбитой на затылок, академический задор, и тостов грозные раскаты, клятвы мщения за грехи, и все латинские цитаты, и сумасшедшие стихи. Потом приказ: будите спящих, зажечь костры, и меж костров, ты помнишь старых, настоящих твоих седых профессоров, которых слушали вначале, ты помнишь, как мы их качали, как ватные вырвали рукав из шубы доктора всех прав, как хохотал старик Ключевский, как влез на конный монумент Максим Максимович Ковалевский, уже толстяк, еще доцент. Потом ты помнишь, кони-птицы летят в ходынские поля, танцуют небо и земля, и чьи-то длинные ресницы моей, касаясь и щеки, дрожат воздушные легки, снежинки тают, мчатся, вьются, снежинок много, ты одна, и песни плачут и смеются, а песни льются, 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 и с неба, кажется, сорвутся сейчас и звезды, и луна. Промчалось все, а парк Петровский сегодня тот же, как вчера, хрустит, как прежний снег московский у патриаршего пруда, и только старость из тумана за нами крадется, как тать. Ну ничего, моя Татьяна, коли не жить, так вспоминать. Вот чем этот стих отличается принципиально от самых лучших классических образцов русской литературы. Я бы назвал его определенной репликой с лучших моментов пушкинских произведений того же Евгения Онегина. Вот таков интереснейший писатель Дон Аминада Шполянский Аминадав Писахович.